Полицейские спасли тонущую женщину. Инспекторы ДПС Андрей Золотухин и Артем Горожанкин патрулировали территорию, когда услышали крики о помощи. Сутки спустя этот же экипаж задержал молодого мужчину с синтетическим наркотиком. С сотрудниками дорожно-постовой службы встретилась наша съемочная группа. Около 8 часов утра, проезжая мост через реку в микрорайоне Весенний, инспекторы ДПС обратили внимание на скопление людей и машин. Остановились, думали, может, тут дорожно-транспортное происшествие или что-то. К нам подбежал мужчина, сказал, женщина тонет. Вот. Сразу позвонили в МЧС, напарник стал звонить в МЧС. Я подбежал сюда, увидел, что женщина находится наполовину в трубе. Ее за руку держал мужчина. Не раздумывая, сбрасывая одежду на ходу, Андрей Золотухин кинулся в воду. Весь водоем проходит трубы, давление там имеется от воды. Вот. Подошел к ней, пришлось женщину обнять, прижать к корпусу, вот, и вынуть из трубы. Вот, вынул из трубы, а потом уже напарник и еще мужчина помогли ее уже посадить на трубу и поднять вверх. Медицинская помощь женщине не потребовалась. Патруль продолжил объезд участка. Правда, у инспекторов остался вопрос. Людей было много, женщине пытались помочь, но только с моста. Почему никто не предпринимал попыток зайти в воду? Здесь было очень много, транспорт, люди, но никто из прохожих не оказывал помощь женщине, кроме нескольких мужчин, которые держали за руки ее и находились на мосту. Почему они не оказывали помощь, не доставали ее? Ну, не знаю, это, наверное, зависит уже от людей, от их внутреннего убеждения, воспитания. Нам не приходилось думать, спасать ли женщину, не спасать, так как ей угрожала опасность. Человек пожилой, и последствия могли быть трагичны, если бы ее засосало в трубу. В следующую смену экипаж Золотухина и Горожанкина вновь отличился. Инспекторы задержали мужчину. При обыске у него нашли сверток с синтетическим наркотиком. В настоящее время в отношении Старооскольца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ирина Бойко, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.